Oh, yeah. Привет, привет. Привет, привет. Всем салют. Салюте. Блять, пока всем все разошлю, пока везде запущу. А, частично, да. На диван сядь. Куда она не вертится? Ну куда я ее? Так. Так. Всем надо разослать. Всем здрасте. Короче, неожиданно такой ночной монтаж. Ночной монтаж. Почему ночной? Потому что, блядь, не знаю почему. Если кому-то интересно, смотрите. Если нет, нахуй. Не смотрите. Вообще насрать. Ничего не изменится. Ничего. Вообще ничего. Короче, продолжаем рукожопничать. Продолжаем. Фок. У нас здесь, блин. Здесь, блин, был накиданный ролик. Без ЗАГС. Аня, ты ЗАГС вообще не вставляла, да? Ты молодец. Ты какой ты молодец. Шалом, шалом. Всем салам алейкум, шалом, баривзес, друзья. Таран вещает.
Сенатов, блядь, путает название города с кредитом, блядь. Сенатов, ты вообще, блядь, что ли, тебе 40 лет всего. А у тебя уже мозг работает, как у подростка, блядь. Тупой дед. Какой ты нахуй дед, я старше тебя, блядь. И то есть я дедом не ощущаю. Ты чё, блядь? А, Сенатов. Короче, пацаны по колено писюны. В общем, сижу, работаю. Короче, заездился, блядь, как я уже сегодня утром говорил в ВК. Заездился я по всяким семинарам. Из новостей, да, блядь, ничего. Коврик купил себе, смотрите, какой. Ебой. Дыга, таблица настроечная. Настроечная таблица. Да и, наверное, все. Из новостей больше нихуа. Нихуа. Вот сейчас сижу. Но я этот клип уже сегодня вечером частично перебрал. Потом что-то вспомнил. Блять, надо было его на стрим, наверное, перебирать. Я не знаю, может быть, кому-то поможет монтаж в премьере. То есть тупо просто смотрите, запоминайте последовательность действий. Я, если честно, там сейчас в телеге поднимали тему Илларионова, короче, по-моему, курс по Final Cut. Блядь, ну, чуваки, дело в том, что, во-первых, если ты переходишь с премьера на кат, практически все хоткеи, практически все команды, управляющие элементы, они, блядь, практически все одинаковые. С той лишь разницей, что премьер гораздо более гибкий, нежели кат. Разницы у них, в принципе, в управлении практически нет. То есть, примерно, чтобы вы понимали, CAD это такая немного расширенная версия iMovie. Вот, кто пользовался iMovie или Windows Movie Maker, или вы, если вы когда-нибудь там пробовали работать на iPad с видео или на iPhone, вот Final Cut это вот примерно то, что-то вот наподобие, и логистика управления там точно такая же. С той лишь разницей, что немного более мощные, конечно же, инструменты, немного более расширенный функционал, но не более. Как бы до гибкости, допустим, и насыщенности инструментами, блядь, премьера, кату как бы на самом деле далеко. Он очень далеко. И что-то делать более серьезно. Дело в том, что там же в том же курсе чувак говорит, что кат стоит воспринимать как такой, знаете, софт для поделок. Вот, софт для поделок. То есть это там минутный ролик, 5-минутный ролик, там максимум 10-минутный какой-то короткий фильм. Да, но не какие-то серьезные проекты, которые требуют там корректирующих слоев. Хотя я умею в кате корректирующие слои делать. Вот все. Ну, как бы в целом, вот премьер гораздо удобнее. Что касается цветокора, что касается работы именно с файлами, что касается простоты какой-то, вот, обслуживания, логистика, в премьере она гораздо проще и понятней. Почему? Потому что это единая экосистема Adobe. Если ты хоть один день работал в Photoshop или в Lightroom, Final Cut, ой, то есть Premiere, ты поймешь все вообще с первого раза. Это в равной степени касается и After Effects, потому что After Effects это такой софт, который нужно понимать, ну, жопой, наверное, да. Дело в том, что в After Effects, например, можно одно и то же действие какое-то сделать там 20-30 разными способами. То есть в After Effects, собственно говоря, как и в премьере, нет вот Final Cut-овской линейности. То есть эти программы выглядят гораздо старше, они выглядят взрослее, как бы профессиональней, именно в плане гибкости. Конечно, можно там взять во внимание еще, например, Avid Media Composer. Это, кстати, Media Composer и Final Cut это единственные две программы, которые со своим монтажным кодеком. Вот, эти две, почему Adobe до сих пор этим не озадачился, я не понимаю. Как бы Premiere умеет работать с ProRes, с DNX файлами, но при этом он как бы
не умеет. Я понимаю, он как бы он бы умел, если бы им разрешили, либо они взяли патент. Но как бы им, походу, либо не разрешают, либо не... То есть вот вся бы работа происходила по скорости примерно как в кате. Но, опять-таки, при прочих равных. То есть, если ты будешь сравнивать... Ёпта. Таранчик, А. любимый, все только для тебя и Борисовна. Спасибо. Молюсь на тебя до сих пор. Блять, Дональд, ты чё, пьяный, что ли? Ты чё такими деньгами кидаешься на ночь глядя? Ты... Вообще нормально, если... 200 рублей кинул, ёпта. Вот, и, короче, получается, что, смотрите, какое дело. У нас в семье есть, я уже говорил 1000 раз на стримах, у нас в семье есть Windows компьютеры, их много, ноутбуки, системные блоки, блядь, разные степени, там какие-то устройства, блядь, чё только нет. Даже в машине в одной был у нас однажды Windows компьютер. У нас есть Mac, у нас iMac 2016 года и 2018 года у меня последняя прошка на i9 топовая. Вот. Дело в том, что скорость, если ты сравниваешь скорость, например, своего Windows компьютера, точнее своего премьера, который стоит у тебя на Windows. Слышишь, он влетел у меня, аж кресло отлетело, блядь. Пойди, нет, да пусть он сам на нее посмотрит. Или позови его, пусть. Он давно уже эту железяку жопой подпирает. Зачем? Никого ж не убила. Дело в том, что, блядь, я на чем остановился? Пиздец, собака, короче, подошла к углу, где стоят стойки. Стойки для света тяжелые, Манфрото стойки такие. Он подошел, хотел лечь под них, жопой задел одну стойку. И одна стойка упала ему на голову, короче. Он с такой скоростью залетел ко мне под стол, что отодвинул меня вместе с креслом, блядь. Не ссы, иди. И у него, короче, сегодня стрессовый день, он сегодня срал уже раз 20, наверное. У него сначала на него гладильная доска упала утром. Бля, он теперь боится выходить. Не бойся, нету, я выкинула. Дай ему вкусняшек, пойди возьми. Вот, на чем я остановился? Заблочили из-за музыки прямого эфира. Ой, Макухин, пару минут, ой. Там, небось, сам дрочишь на меня сидишь. Без смазки. 50, 16, 52,8. Норм для... Но он норм для кропа на, с байонетом. Это не под нашу систему, а объектив. Заблочили из-за музыки прямого эфира, если я правильно понимаю. Что? О чем ты? Ассалейкум. Валейкум ассалам. Алтын Орда. Пати на курс по Final Cut Pro X лучше в прикладном смысле, тестировал на себе. Серьезные вещи в Avid делают. К Final Cut Pro прикупить кучу дополнительного надо покупать, и тогда он дешевле подписки. Да, кстати, вот еще одно. Cut, даже если его купить, он стоит, по-моему, 400 баксов. Это недорого, если ты зарабатываешь на этом деньги. Я вот сейчас не помню, расскажите мне. На него нет подписки. Он стоит, по-моему, 400 долларов. И дело в том, что все сложные фичи, которые тебе, для которых тебе нужен премьер, а иногда и премьер в связке с After Effects, все эти фичи продаются на него, либо тырятся на каких-то торрентах. Они даже если их покупать официально, вот прям вот в оригиналах, они стоят там какую-то херню. То есть речь идет там 20-30 долларов за какое-то приспособление. То есть вот, например, я сегодня купил один переход, который вот заменяет мне вжухи, которые я в премьере
делаю с After Effects. Как ты скрипнул, блядь, дернулся. Блядь, у него сердце там остановится, нахуй. Пойдем спать, обними его. Потянулся. Да я просто боюсь ему на лапу наехать. Блядь, бедное животное, ужас. Вот, я, короче, сегодня купил со скидкой на Motion Pixels, вот этот, она, короче, на Маке единственная контора, которая реально заморачивается по всем плагинам, по цветокору, по лутам, там, по переходам, по каким-то подложкам, по корректирующим слоям. Я сегодня купил за $20 в жух. Точнее, он там один, но он там с разной степенью интерпретации. То есть это вот те самые роллы такие, которыми я пользуюсь постоянно в примере. Мне их не хватает для динамических каких-то клипов. Да, вот если, допустим, работать в кате сидеть. Мне их не хватает, я его купил. То есть $20, ну что, окей, ну 1200 рублей, блядь. Ну и что? Я просто не нашел их на торрентах, блядь. Я сегодня у всех, вот всех, кого я знаю, котоводов, да, ну, кроме Хромова и Макухина, я их всех сегодня описал. Никто даже не знает, что это такое. Получается, что таран через месяц, я думаю, я выпущу свой курс по Final Cut. Свой курс, потому что реально я вот эти 5 суток, как я купил прошку, я ее не вынимаю из рук, просто так совпало у меня с длинными поездками, я на ней постоянно торчу сейчас. И то есть у меня сейчас постоянно идет свой собственный курс восстановления памяти, работы в кате. Я не знаю, для чего я это делаю. Я поставил на эту же прошку премьер. Премьер на этом процессоре. Это i9 процессор, 3 ГГц, он летает. То есть он вот, ну чтобы вы понимали, этот процессор, вот этот компьютер работает быстрее, чем моя рабочая машина. Но суть не в том. Я восстанавливаю навыки по кату. В кате я одно время работал очень плотно на iMac. Мы когда купили iMac с Анной Борисовной, у меня была мания какая-то, я вот изучал кат. Потом год или полтора я не работал, забыл за него. Спасибо, чувак. Хватит деньги тратить на всякую херню. Отдай лучше их Макухину. Он пустит их на полезное какое-нибудь дело, я не знаю. Спасибо. Вот, и получается, что хочется восстановить. Плюс в связи, наверное, с открытием, если получится, этой нашей школы в Москве, мне просто так и так надо будет знать Final Cut, потому что туда я уже поеду с компьютером Apple, я не знаю, или iMac возьму, или прошку, а может и то возьму с собой, потому что нужна мобильная какая-то система для работы. И скорее всего, я так подразумеваю, большая часть клиентов, именно москвичей, будет непосредственно с маками. Вот, поэтому кат нужно знать, тем более, что базовый наш курс будет посвящен именно созданию видосов для Инстаграма, для блогов, там, для продвижения, для всякой вот такой вот хуеты. Вот, и поэтому, как бы, чтобы я мог что-то делать, я сейчас очень интенсивно, блядь, вспоминаю кат. Но, как бы, вы знаете, 10.4.4, по-моему, если я не ошибаюсь, вот последние версии, дело в том, что я работал на Маке 1.5 года назад, еще до обновлений, до последних вот релизов, до вот этих переделок, вот сейчас то, что они сделали, я, во-первых, восстановил все свои хоткеи премьеровские, я просто открыл настройку клавиатуры, я вбил туда нахер все свои хоткеи, чтобы мне было приличнее работать, ну, привычнее как бы. И как бы можно работать, да, но опять-таки проекты до 10 минут длиной. То есть речь не идет там, допустим, о свадьбе. Нет, можно делать, допустим, 6-часовой банкет на нем собрать, мультиками, там, мультикам у него очень гиморный, я никому не советую, это пиздец вообще. Вот, можно, конечно, и это все собрать, но, блядь, там вот все вот эти вот фичи ката, они начинают после там получаса длины хронометража, они начинают все играть против ката. Поэтому вот что-то... Кстати, Илларионов об этом говорит, по-моему, в самом первом видосе, в самом начале. То есть нужно кат воспринимать как монтажку для сборки каких-то коротких клипов, вот реклама, инста, вот что-то быстро, тезисно, пах-пах-пах-пах-пах. То есть, опять-таки, вот этот скриминг, как он называется, да, я еще в то время тогда проникся этой херней. Удобно в плане, что я открывал полностью окно с проектом, я выбирал вот из всех клипов моменты, все, ну да, in-out. Потом, как бы, я не помню, по-моему, Command-Z,
И все это вставляется в порядке на монтажку, блядь, это очень удобно. То есть, как бы вот пух-пух-пух-пух-пух, вот для этих вот вещей это просто мега охеренно. В премьере это все то же самое есть, но премьер как бы настроен немножечко по-другому. Он как бы работает немножко по-другому. Так вот, я о чем всю эту телегу уже 20 минут, блядь, пытаюсь объяснить. Понимаете, в чем весь прикол? Вот у меня основная рабочая машина — это Windows компьютер на Devil's Lake, по-моему, процессор здесь, Devil... ну, который 4790K, он у меня умножается сам там до 4,2. И прикол в том, что вот этот MacBook, который я новый взял, он тоже, там что-то есть типа хайпертрейдинга, он тоже умножается до 4,2 в работе. То есть машина очень шустрая, очень мощная, просто мне аж не верится, что устройство толщиной, блядь, реально с телефон может выдавать вот такие запредельные какие-то скоростя. Вот в этом, конечно, у Apple, вот знаете, вот этой химии, магии этой не занимать, блядь. Я прожженный, блядь, человек, у которого, блядь, компьютеры везде в доме. То есть для меня это действительно производит впечатление. И получается, что... Понимаете, если ты работаешь в премьере на компьютере, там, купленном там, в 2006 году, на каком-нибудь Celeron, там, с видеокартой за, блядь, 3 копейки, на 6-битном каком-то мониторе, и потом ты где-то у друзей видишь, как работает, например, бушная прошка или какой-нибудь там подушатанный, подуставший, но Mac, iMac, да, и ты видишь, как это работает, все Final Cut, все быстро, все летает, плюс друзья еще восторженные сопли. Естественно, ты становишься как бы на сторону, по твоему мнению, добра, и ты начинаешь, вот у тебя начинают развиваться вот эти вот фрустрации, вот эти вот хотелки. Я хочу мощную машину, блядь, мне нужна мощная машина. Все, Windows говно, ты начинаешь проникаться этой херней. Но дело все в том, что вместо того, чтобы, допустим, покупать, идти там Mac, даже бэушный какой-то, попробуй за эти деньги проапгрейдить свою машину. Возьми себе процессор хотя бы 1030 какой-нибудь. Поднакопи денег, возьми хороший какой-нибудь жесткий диск U2 формата. Я больше не надо тратиться там на видеокарту, не надо покупать там мега быструю там память какую-нибудь там 244 или там 333, блядь. Это не обязательно. То есть в премьере особую роль играет все-таки процессор. Достаточно вот просто смены процессора с матерью и установки твердотелого диска. Ты просто вот ты прозреешь, как начнет работать твой премьер. Потому что премьер, я не могу сказать однозначно, что премьер говно глючное. Нет, у меня он, во-первых, не глючит. Я не знаю, да, я постоянно читаю какие-то комментарии, вот все глючит, зависает, не работает, хуета, вот все. Это те люди, у которых вот есть вот явное такое вот сильное желание перейти на Apple, купить себе MacBook там или iMac и работать Final Cut. Вот, но опять-таки дело в том, что, почему я все время говорю при прочих равных, потому что при прочих равных премьер на хорошей Windows машине, на хорошей машине с хорошими компонентами, то есть с хорошим процессором, с хорошей памятью, с хорошим жестким диском, он будет работать точно с такой же скоростью, как на хорошем компьютере Apple работает Final Cut. Вот я вот могу спорить об этом вот сколь угодно много. Понимаете, в чем весь прикол? А обычно люди даже на хороших каких-то компах сталкиваются с тормозами премьера в огромных проектах. Вот то есть сидит человек, даже у него там более мощный процессор, чем у меня. У меня 4790, этому процессору 7 лет. То есть когда я его покупал, да, это был топовый процессор. За этот процессор я мог купить, я не знаю, там, какую-нибудь Toyota Corolla, там, блядь, 95-го года, там, я не знаю, или там 2005-го года. То есть, вот сколько он тогда стоил, вот на то время. Но, тем не менее, он работает до сих пор, работает очень хорошо. Вот, ну, настолько хорошо, что, опять-таки, я возвращаюсь к тому, я вообще бед не знаю. Но он работает и работает. Даже какие-то сложные файлы, какие-то сложные вещи, да, с которыми я сталкиваюсь постоянно. Так я о чем говорю? Вот сидит человек и собирает, например, какой-то очень сложный проект, ну, какая-то национальная трехкамерная свадьба, блядь, на 3,5 часа только банкет. Вот вы представляете себе 3,5 часа на монтажке, 3 камеры с цветокором, с какими-то вставками, какие-то еще любят национальные особенности
Люди любят туда вставлять какие-то фотки. Люди туда вот все. Плюс камеры зачастую их они нанимают там бегунков. У бегунка там 30 кадров Canon только снимает, либо 24. А у тебя все две камеры там пишут в 25. То есть вот с этим геморроем люди сталкиваются постоянно. И на таких больших проектах тормозит и глючит и Final Cut в равной же степени. Кто сейчас будет говорить обратное, что нет, проблем никаких нет, ничего не глючит, все охуенно, ну как бы люди будут лукавить на самом деле, это все пиздеж. У меня есть много подписчиков с мощными iMac'ами, с очень мощными MacBook'ами, блядь, которые занимаются именно непосредственно многокамерной съемкой. Так вот, как только ты начинаешь что-то мультикамить, если у тебя в проекте есть примерно там 200, от 250 там, до 500 клипов, бывают такие проекты, они даже вот на моих колхозных свадьбах, вот на армянских, они тоже бывают такие проекты. Вот тут начинается ровно такая же история с мощностью, с производительностью, как и в премьере. Опять-таки, при прочих равных. Поэтому вот это вот хуету вот раз и навсегда развеять, да, что о, быстро, о, хуяк, ну как бы да. На хорошем Windows компьютере, опять-таки, все это хуяк работает точно так же. То есть я сейчас, вот постучим по дереву, я сейчас со своим компом не испытываю вообще никаких трудностей. Вот, то есть целесообразность мною покупки там прошки там, на i9, ну опять-таки это переезд, наверное, да, вот и сейчас частые будут разъезды. Вот и все, я просто купил себе охуенный мощный, блядь, переносной комп, который помещается просто вот в отдел для ноутбука в моем рюкзаке, в дорожной сумке. Вот, выбирал я, да, я смотрел аналогичные ноутбуки на Windows, нету вообще нихуя, то есть ноутбуков дороже 200 тысяч на Windows нет вообще, то есть вот, ну вот пиздец вообще. Я жалею, конечно, что Sony ушли с рынков ноутов, я жалею, что Samsung ушел с рынков ноутов, остался, правит там Lenovo, Hewlett-Packard, Dell, и еще какая-то там, блядь, вот эти китайские ноунеймы, которые там магазины заказывают под свои бренды, ну там нету вообще ничего. То есть, чтобы купить тебе, допустим, ноутбук с видеокартой 6 гигабайт, 2 терабайта жесткий SSD, там ебучий быстрый, i9 процессор, 32 гига оперативы, там 2600, блядь, вот ты на Винде не найдешь ничего. И самое главное, ты не забывай, если ты что-то и найдешь, это будет какой-нибудь стрёмный Full HD. Здесь все-таки экран. Экран, здесь все-таки батарейка, вот у меня вот активное пользование прошкой, это две зарядки в день. Заряжается он примерно за час. Вот одного заряда при монтаже видео в кате, в премьере батарейка садится быстрее. Это отдельный разговор, я потом расскажу, там резюме буду снимать отдельный видос непосредственно по прошке. Вот, при монтаже видео целый день, я его заряжаю два раза. То есть я его воткнул, пока покушал, там походил, повафлил, подрочил, помылся, все это, все, он зарядился, я его взял с собой. Поехали с Анной Борисовной, она рулит, в пробке сидим, я сижу, людям отдаю свадьбы, монтирую. Это просто охуенно. Заряжаю его два раза в день. Это, ну, вторая зарядка, то есть я на нем уже начинаю что-то там вафлить. Там, полазил в Инсте, там, ВКонтакте повтыкал, там, Богдана похуесосил, там, в Телеграме, там, еще что-то, забанил кого-то. А вот с таким режимом работы батарейки там реально хватает часов на 8 вообще. То есть, ну, это... просто охуенно. Я готов об этом спорить, потому что реально ничего переносного на Винде вы не купите. Ничего. И опять-таки говорить, да, о том, что можно было сэкономить, блядь, хуевую тучу бабла, или за эти деньги можно было, да, можно было, я бы мог себе взять Threadripper 2020, там, какой-нибудь, да, мог бы взять бы себе новую видюху, мать, там, за 50 тысяч, памяти на 70 тысяч собрать, ну, как бы вышло бы все на те же самые деньги, но, опять-таки, оно будет не портативное, оно будет без хорошего экрана, и... блять, и вообще пиздец, нахуй оно нужно. Если премьер действительно это такое неповоротливое, такое неторопливое вот существо, которое съест все, что ты ему подсунешь. Ну, опять-таки, да, к вопросу о рентабельности, да, чего-то там.
Дмитрий Полепин, поступаешь как Стаса и как просто. Он Соня ругал, ни за что не разобравшись в вопросе. А ты про Final Cut также рассуждаешь, зная его весьма поверхностно. Ильяс Ахметов, с тобой бы поспорил, не обижай. Я не знаю, кто такой Ильяс Ахметов, сорян. Дмитрий Полетин, ты мне, блядь, пожалуйста, отмотай что-нибудь и скажи, где я ругаю Final Cut за что-то или еще что-то. Ты мне расскажи. Что касается разобрался, не разобрался, я не обижаюсь, потому что я на iMac работал 2 свадебных сезона. И один из них был полностью отработан на Final Cut. Мультикам-секвенциях, блядь, вот во всем. И я тебе с полной уверенностью хочу сказать, что при прочих равных, премьер, то есть даже при вот той же конфигурации, премьер в Кате будет гораздо, премьер в Маке, он будет гораздо предпочтительнее и удобнее. Понимаешь, ты высказываешься так, потому что ты, по всей видимости, нихуя вообще вопроса не знаешь. Я не знаю, кто такой Ильяс там, но, блядь, вот, чувак, сорян. Ты, наверное, слушаешь. У меня есть подписчики, которые слушают мои стримы, там, подкасты, да, вот эти вот. И у них вот, блядь, влетает, вылетает. Они нихуя не слышат, кроме того, вот, что бы их задевало. То есть, они везде ищут занозы. То есть, вот, надо дождаться момента, когда Таран что-то скажет хуевое, чтобы я мог написать какую-то подготовленную речь, которая, по его мнению, будет Тарана в чем-то уличать, обличать. Друзья, я никогда рта не раскрою, не убедившись в чем-то, не перепроверив информацию 1000 раз. А если я что-то и скажу неправильно, то, блядь, сорян, я извинюсь тут же, сразу же. Хотя это опять будет как Стаса и как просто, блядь. Ну, конечно, имеет. Ты же не будешь брать 4790 себе старый. Ты его просто не купишь сейчас нигде. Да и оперативки он больше 32 не позволит тебе всунуть туда. Конечно, имеет. Я вообще, вы знаете, там простая логика есть, чуваки. Логика заключается в том, что если у тебя есть, допустим, 100 тысяч на покупку компьютера, вот из этих всех денег процессор должен стоить 1075. А остальное все ты пускаешь на всю остальную хуету. То есть самое основное вот в нашем, вот в нашей профессии, вот в нашей области, это чистота и количество ядер, чуваки. Вот. Если вы это поймете, вы начнете работать хоть в премьере, хоть в Кате, хоть там, я не знаю, на волчьей залупе, блядь. Но вы будете работать, у вас все будет хорошо. Это уже аксиома. То есть об этом даже глупо спорить, я не вижу смысла это как-то... что-то там доказывать. Ну, самое интересное, что, опять-таки, меня начинают обличать в том, чего я не делаю, блин. Это охереть. Я, чувак, написал такой пост, я тут 40 минут уже, 33 минуты идет стрим, я 33 минуты говорю, как хорошо работать в Кате на коротких проектах, 33 минуты рассказываю, что я, блядь, купил охуенные плагины, купил, блядь, за свои вонючие деньги, вонючими руками, ввел номер карты, сука, и купил плагины. У меня теперь есть возможность делать переходы, такие же, как я делаю в премьере, например. Я их купил, я больше чем уверен, большинство из тех, кто меня смотрит, кто сидит в Кате, вы даже понятия не имеете, что такое Pixel Pro Studio, блядь, вот вообще вот, фартук полный. Я сижу, обсираю, блядь, Final Cut, да вы что, ебанутые, что ли? Хватит, блядь, выдавать желаемое за действительное, блин, уже. Хватит. Перестань. Это просто некрасиво. Просто это все рок-н-ролл. Хера вы комментов настрочили, блин. Так.
Таран, выпускай кур. Да. Как там Sony 24, 1.4? Я вам его даже покажу, чуваки. Ебой. Вот она. Я просто к тому, чтобы вы примерно понимали ее размер. Он очень маленький. Блядь, ну он вообще просто ля... Я не знаю, видно вам? Просто лялечка-писечка. Блядь, он охуенный. Он вот для вибила вот просто идеальный вариант. Вы видели в инсте, как этот дебил, блядь, севастопольский обсирал, блин. Выполнял заказ Кремлинстора. Когда у него там стоит какой-то чмо, блядь, лохматое, стоит вот так вот, его трусит, говорит, смотрите, он нихуя не стабилизирует, смотрите, блядь. Вот, блядь. Там, короче, такая история, я сегодня на дневном стриме рассказывал, что там кто-то из спонсоров не смог получить дистрибьюцию этих крейнов, да, и теперь засаживают, короче. Мало того, они спекулируют с теми, как это называется? Когда кто-то кому-то шантажирует, вот. Шантажируют, типа, покупкой в Китае, завозом серых партий. И они, как бы, ведут себя как дети в большинстве случаев. Даже вот в большом, ну, как большой бизнес, да, там. Вот, даже в таких случаях они ведут себя как дети порой. И вот занимаются вот такими вещами, как вот откровенное засаживание там того или иного изделия. Просто тупо по причине того, что ты не смог с ним работать. А любой человек в здравом уме, посмотрев такой видос, скажет, вы что, ебанутые? Я с вибилом уже больше месяца, больше двух месяцев, да, уже больше месяца. Вообще ничего о том, о чем тот этот, блядь, тип рассказывает, севастопольский, вообще нихуя ничего этого нет. То есть тут как бы все нормально. И мало того, как бы я вхож там в эту всю историю, в ситуацию, я бы уже давным-давно всем бы сказал, что есть какие-то, да, серьезные косяки, пока там не берите там или еще что-то. Мало того, я всем сказал, что я не могу сейчас ничего про него говорить, поскольку очень мало еще снял. Я им снял всего два каких-то мероприятия, какую-то рекламку. То есть ничего пока про эту херню я вам не могу сказать. Что лучше, Intel или Ryzen? Блять, наверное, Intel, потому что, поскольку AMD не имеет такого распространения, чтобы, например, такой гигант, как Adobe, точил, например, свои продукты непосредственно под инструкции данных процессоров, поэтому я думаю, Intel. И мне кажется, у Intel, скорее всего, есть какой-то коллаборат там с Adobe, то есть это все там замес такой, а AMD, они немножко особняком стоят. Вот что касается Threadripper'ов, да, мы вот сегодня обсуждали в чате, я говорил, да я уже и тут говорил, что я хотел собрать на Threadripper'е, да, уложиться в эту сумму, и получилось, что я бы за эту сумму купил бы только процессор, мать и оперативку. Короче, проц стоит 170 тысяч, мать стоит 56, по-моему, под этот проц. И оперативка, только такая оперативка, которая будет работать с 20-й серии вот этих Threadripper'ов, она стоит, по-моему, 74. То есть 350 там, блядь, плюс жесткий диск, это без монитора, чуваки. То есть, чтобы вы примерно понимали, примерно тот же самый уровень комфорта у вас будет при покупке за 350-370 тысяч, по-моему, начинается iMac Pro. Вот, примерно тот же уровень будет комфорта в работе, с той же скоростью примерно. Так, плюс еще к этому вы получаете охуенное тихое устройство, мобильное, портативное, еще и с охеренным экраном. Блять, ну вот, там легкая, простая арифметика, я все это высчитывал, прикидывал там хуй к носу. Тем более муссируются слухи в народе, что премьеру сколько ни подсунь, он все равно будет медленно работать. Но это распространяют такие мысли люди такие. Как ты три видюхи засинхронил? Что? Майнил? Три видюхи?
При приключении куда суда отсюда пример вылетает, видюха GTX Titan. Отключаешь все, ну. Ну у тебя, значит, видюха не поддерживает. Снова обо мне. Да, блядь, заебал ты. Уйди нахуй. Не смотри видос этот. Уйди, не буду, чтобы я тебя не вспоминал. Вот, Дмитрий Полетин, да, как Стаса и как про. Нет, там, понимаешь, дело все в том, что почему со Стасом сходятся мысли и сходятся какие-то мировоззрения. Потому что рано или поздно все к этому приходят. Я когда-то бомбила у меня от юмора Поперечного, потому что Поперечный, это я к примеру сейчас говорю, потому что Поперечный, на мой взгляд, пиздит шутки. Это правда, я нашел тому подтверждение, кучу ссылок, там целые форумы, люди обсуждают это все в чатах, срутся там, все. Да, это такое есть. Но потом, как бы, проходит какое-то время, и я понимаю, что действительно мировоззрение любого человека, хоть на этом континенте, хоть на том, оно рано или поздно все сводится к каким-то определенным вещам, которые просто такой человек, как, допустим, Поперечный или Стас, там, который их просто будет выкладывать. То есть, да, там есть доля какого-то там воровства, ну, я не знаю, ну, как воровства, заимства, да, наверное, такого вот. Но, как бы, по большому счету, что около трусовой юмор там, около жопный, что какие-то фрустрации там в пользу электроники или какого-то там программного обеспечения, они рано или поздно все, вот, вот все вытекает именно вот так. Да, он не разобрался с Sony, да, я, возможно, где-то когда-то там ебанул про Final Cut, что там что-то мне не нравится, что-то там не то, не разобравшись, наверное. Но как, блядь, можно не разобраться? Ты представляешь, что такое отработать свадебный сезон, монтаж, блядь, пиздец, на iMac'е? Ну как не разобрался? Как можно не разобраться? Чувак, когда ты снимаешь субботу, там, допустим, пятницу-субботу, если повезет, там, пятницу, да, и субботу, практически каждую неделю, а все остальное время ты сидишь просто монтажишь, блядь. Ну как можно не разобраться, вот скажи. Это же не какая-то там залупа блогерская, которая снимет там два видосика, там два каких-то там скетчика коротеньких, блядь, выложит кое-как, корявенько там, блядь, оформит их как-то и выдает там за какой-то шедевр. Чувак, это настоящий продакшн, блядь, это вот даже вот в таком вот понимании, вот в нашем, в низменном. Как можно, блядь, не разобраться? Я больше чем уверен, Стас ругал Sony. Причем, самое, знаете, что интересно, за что он ругал Sony? Это же абсолютно предвзятые какие-то вещи, натянутые. Ну, то есть видно, что как бы оно ему нравится, мало того, что как бы оно ему нравится, я так понимаю, они дружат с этим, блять, который кинообзорщик. Сука, имена стали вылетать из головы. Вот голову помыл сегодня, началась херня. Bad Comedian. Евген все снимает на Sony. Я больше чем уверен, сейчас получается так, что он сейчас переходит на Apple. Это 100 пудов с подачи Стаса всего выходит. Я думаю, не за горами тот день, когда он перейдет все-таки на Panasonic. То есть это нормально. Ну, разобрался. Не разобрался. То есть получается, что у Стаса нет прямого как бы доступа к камере для ежедневной какой-то сложной съемки. То, что он снимает себя в студии, ну, на самом деле, честно, это хуйня. Это вот не в обиду никому, но это пиздец, это не съемки. Такие съемки с таким освещением, как у него, можно действительно, Росомаха тут прав, можно это все и на телефон как бы делать. Это ебань. То, что они делают с Bad Comedian, ну, возможно, с точки зрения какой-то вот сценарной конструкции, да, это интересно. Но снято оно мега отвратно. То есть там нет абсолютно никакого вот, понимаете, вот, ни творческого подхода, ну, с моей точки зрения, да, моими. Нет вообще ничего, ни картинки, вообще нихуя. Вот такие мягкие-мягкие попытки, потуги сделать что-то более-менее значимое, сделать что-то более-менее интересное, они вот приводят вот там... Вот к этим вот. Ну, я не скажу, что это высеры. Эти видосы смотреть интересно. Но, опять-таки, исключительно из-за сценарной конструкции. Там, да, там действительно, там есть конструкция, которая держится, которую интересно смотреть. Но визуальный ряд, пиздец, чуваки. Имея там на борту там 7S2, правда, объектив у них там какой-то хуиный, блядь, вообще. Свет хуиный, просто вот все хуиное, звук хуиный. Вот все там хуиное. Просто, понимаете...
Вот быть таким, как Баженов там, и при этом вот делать такие сюжеты, и при этом вот так хуёво их снимать, это, блядь, опять меня понесло. Ставьте бесплатную версию Да Винчи и забудьте за мощный комп. Да Да Винчи вообще не поворотный, вы о чем вы говорите, ребят? О, Анна Бош, привет. БУ прошку сейчас есть смысл брать 14-15 года? Ну, конечно, есть там. Ты можешь рублей в 65-70 уложиться. Причем в хорошем состоянии она будет. Но опять-таки, если ты будешь в Кате работать. Я не думаю, что ты в нем будешь комфортно работать в премьере. Ну, как бы... Да нет, ну будешь на самом деле. Но, допустим, не так комфортно, как бы ты работал на каком-нибудь более современном процессоре. Да, с большим количеством оперативной памяти, с хорошей видеокартой. И с хорошим охлаждением, что самое главное. Я просто... просто тарашка, старая дурашка, которая уже... Блять, вот ты ебанько, блядь. Жить без тебя не можешь. Смотри, лайков 12. Да, блядь, чуваки, ставьте лойсы, вы чё. Ой, Сенатов тут. Вся пизда братья, короче, из телеги. Зря ты не знаешь, кто такой Ильяс, он фильмы в Кате монтажит, а ты говоришь, что 10 минут таймлайн, все. Блядь, чувак, давайте не будем говорить про какие-то фильмы. Фильмы, блядь, вот сложение просто каких-то файлов. Блядь, Ильяс, что-то знаком. А это не он случайно на X70? У него хэндикамы, да, Соньки? А, все, я, наверное, знаю, кто это. Все, да, но я не знал, что он в Кате работает. Ну, а при чем тут Ильяс, Кат, блин, что? Чувак, Алексей Шаханин, ты просто не знаешь, что такое 250-350 клипов в Final Cut, в мультикаме, потом с цветокоррекцией, со всей хуйней. Это полный пиздец. Ну, Кат для этого не предназначен, чувак. Но он не для этого. Никто же не говорит, что он плох. Ну, для него хорошо вот собирать что-нибудь вот такое. Па-па-па-па. Накидал все. Слушайте, вообще слушайте меня внимательно. Заебали. Чего я перед вами оправдываюсь сижу? Вон, посмотрите ссылку. Познавательно о большом... Блядь, чат закрылся. Видно и слышно. Надеюсь, все это работает, потому что так очень здорово. Сегодня, да, очень... Не этот Ильяс. У меня есть подписчик Ильяс, но я точно помню, тот в премьере работал. А что? Сейчас. То есть мы... Когда решали, какой сам будет, конечно, мы рассматривали их сам как бесплатный вариант. Но потом это отпало. Но, собственно, если, например, вот здесь вот в инспекторе можно посмотреть, есть микс 01, да, на первом треке, который писала камера, то есть подача суммы на камеру. И ты хочешь ее... Какой пиздец! Вы видели эту ленту? Блять, ну вы посмотрите на эту ленту. Ну посмотри, это что, сложный, блядь, проект? Да это хуйня, блядь. Ты можешь хоть сутки из него сделать. Брать 8700К, говоришь, да. Потом что нужно, прот за 70 штук. Единственное, что меня останавливает от 8700, это максимум 64 гигами оператива. Чувак, бля, я тебе отвечаю, в наше время, пока ты не снимаешь 8К, пока ты не делаешь мультикам 8К, и твои видеофайлы там не весят, блядь, по, там, я не знаю, 14 бит, там, RAW, в этом смысла нет, поверь, 32 тебе хватит, вот так вот. Возьми лучше быструю память, пусть она будет... Пусть ее будет небольшой объем, но она будет быстро. Опять-таки, все зависит от задач. Вот, что ты хочешь. Что они по итогу тут сделали?
Мы сводили разные программы. То есть у вас просто в эфир должно было две программы уходить? В эфир в неделю. Ну, то есть у нас была дата, которую мы должны были сдать. А. Мастер. Блять, ладно, хуй с ним, я ничего. Можно и своим писюном бизониху выебать, не обязательно для этого бизона искать какую. Это, блядь, это разные вещи. Вы просто, я вас умоляю, вы путаете теплое с мягким, блядь. Все, нахуй, даже слушать об этом не хочу. Какой-то Ильяс, блядь, что Илья, и что? И что? Я единственный человек, который высмотрел там, блядь, 100 тысяч часов Илларионова, блядь, с утра до ночи смотрел его, слушал, перематывал. Потом пришел к мысли, что, блядь, это единственный курс по Final Cut, который, блядь, заключается только в обсирании премьера, в обсирании Авида и в воспевании каких-то, блядь, блядь, никому нахуй не нужных фич в Кате, блядь. Вот все. Вот весь этот курс, блядь. Смотрите, там 8 часов, блин, это... У меня 3 видюхи работают в DaVinci. Блядь, ну у тебя уникальный какой-то компьютер, почему именно 3? 3 разве будут работать в SLI режиме? Надо 4, надо четное количество. Что-то ты нам не договариваешь, чувак. Сейчас невыгодно покупать Intel, так как сейчас у них есть задранный ценник, говорят, к марту следующего года упадут, так как в январе у AMD выход процесс на 7-нанометровых процессах, как раз поступление. А, чуваки, вы не забывайте одно, я думаю, к марту месяцу доллар будет стоить 100 рублей, блядь. И все эти удешевления, они накроются медной пиздой, потому что. Это Россия, блядь, чувак, вот, тут может быть все что угодно. Доллар растет на 1 рубль в день, поэтому, блядь, тут арифметик, ну, суммарно вот так. Поэтому тут арифметика простая. Во-во, ставьте DaVinci и смейтесь над примером. Во-первых, если кто не знает, что такое DaVinci Studio, именно студия, это монтажная, не то DaVinci, которым красят, а именно вот DaVinci Studio, это, если я ничего не путаю, да, это монтажный софт, который у вас, скорее всего, на Windows машине он не пойдет, вы там, скорее всего, вообще не въедете, как, что там, что, будете курить видосы, спрашивать у знакомых там, что это, по итогу оно все будет тупить, виснуть. Еще что я вам вангую полное непонимание вообще, блядь, логики, логистики управления программой, вот абсолютно, тотально полное, и в итоге, как по итогу, вы все равно вернетесь на премьер. Зачем вам, вот какой человек в здравом уме, вот взрослый человек, в здравом уме, что? Спасибо за ответ, только тебя реальным советчиком считаю, по твоим наветам взял недавно семерку тройки плюс 2470 в ремастер. Ого, ты... Ты богатый чувак, блядь, кидай еще донатов, делись, отдай 10% от покупки. Ой, Макухин, блядь, ставь дис и уходи нахуй, блядь, вообще удались с канала. Вот, поэтому вот как-то так. Ждите весны, да, доллар будет 80, купите, Дмитрий Седанский, привет. 250 клипов, это пиздец. А, просто получается как? Вот последние полгода, нет, последние месяцев 7, мы отказываемся сейчас от национальных свадеб, вот мы отказались от них полностью. Последняя была, вот и причем с хорошим бюджетом, можно было подсуетиться, была у нас на 20 какой-то ноября, мы отказались, и они нашли видоков, там им сняли, какая-то студия им сняла, то ли за 320 тысяч. Ну, вот, чтобы вы примерно понимали, да, какие есть бюджеты. Вот, мы отказались ввиду вот этого геморроя. Раньше мне как-то это все переносилось проще, то есть, да, мы действительно, мы там зарабатывали деньги на этих свадьбах, все, ну, прикольно все как бы было. Ну, блядь, я уже не могу. Вот эти вот объемы. Вот эта скорость, вот эти бесконечные правки, как бы ты хорошо ни сделал, все равно будут правки, блядь, ну это, все, нахуй, не хочу.
Была у меня цель купить себе внедорожник, я ее выполнил и все, нахуй, больше не хочу. Какие объективы топ-3 для 7.3 взять? Купил для фото, видео, сейчас китовым гоняю. Что? А зачем тебе три объектива? Нахуя три объектива? Для чего? Одного объектива хватит. На полном кадре это всегда 24, 70, 2,8. Все. Три тебе зачем? Для чего? Объясни мне. Вот, сейчас тебе Магухин батисы. Бери батисы со стеклянным рисунком. У Ильяса есть курс по кату. У меня тоже будет курс по кату после Нового года. Так что все нормально. Он не умеет. Да, я вот сижу, я теоретик. Да, иди, иди. Иди, кино смотри. Прощай. Прощай, сука. И не приходи больше, блядь, сюда. Еще выключай нахуй. Не приходи вообще никогда. Ну, конечно, Sony. 2470, G-Master. Я уже, это у меня как уже притча во языцах, блядь. G-Master. Это, я еще раз напомню, я до покупки этого объектива у меня были постоянно какие-то объективные фрустрации. Все время я хотел чего-то нового. Но после покупки G-Master я уже, блядь, нихуя больше не хочу. Я не вижу ни в чем смысла. Брать, дрочиться с фиксами, ну, такое себе, нахуй. Самьянгом 14. Это вот с таким Самьянгом гоняет твой друг. Смотри, новенький. Запечатанненький. Есть еще вот это вот, блядь. Заебала она уже всех. Тампон этот. Даже не открывал еще новый. 5 лет гарантии. А, кстати, для справки. Вы знали? Вот давайте. Кто угадает, для какого объектива Sony недавнего вот этот вот Tamron, именно этот Tamron стал донором? Вот кто угадает? Какой длительности у тебя сейчас готовый фильм свадьбы? Мы делаем отдельно банкет и отдельно свадебный день. Свадебный день где-то 10-15 минут, если есть интервьюшки какие-то там, гости пиздят, или затянута регистрация. И банкет, ну это Краснодар, чуваки, здесь банкеты любят объемные. Ну, банкет где-то от 35 до часа. Час 20 бывает там. Если бывает такое, жених просит, блядь, снимать эти ебаные конкурсы. Ну а еще фишка в чем? Мы последние несколько свадеб, я порезал все. Короче, получается как? У нас на один трек музыкальный у нас идет весь свадебный день до банкета. То есть туда входит все. Там идут какие-то синхрон вставки, звук, там если интервьюха, если кто-то где-то что-то говорит. И банкет идет минут где-то от 18 максимум до 20. Это учитывая все тосты какие-то важные, там всякие пиздострадания, типа там бросания там букета. И вот все, что касается каких-то конкурсов, каких-то танцев, там, ну, что-то интересно для людей. Ну, бывает, просит она, там, невеста маякует, сними, пожалуйста, вот это вот, там, люди готовили. Я всю эту хуйню снимаю, конечно же, в 2К. Это все монтируется, но оно потом уже перед выводом, это все чикается и отдается все отдельными файлами. Вот попробуй вот так сделать, это очень удобно, как бы. Во-первых, людям нравится, когда ты им отдаешь кучу всякого материала. Они такие: о, глянь, и вот это, о, и вот это, и вот это, и это. И в-третьих, все-таки ты не заставляешь людей смотреть вот эти вот двухчасовые лаваши, вот эти вот, блядь. Какая структура фильма или банкета? Ну, структура фильма, опять-таки, если повезет. Я же как бы пиздоглазый, жопорукий мудак, поэтому
У меня ж как бы свадьбы там не особо богатые, поэтому вот структура фильма вот примерно вот такая, чтобы вы понимали, да? Это, допустим, если мы в течение свадебного дня снимаем очень много в гостиничном номере по какой-либо причине, ну там хуевая погода, пробки, там или еще что-то, то естественно упор, основной упор будет делаться на сборы. Почему? Да просто тупо потому, что мы не сможем поснимать на улице, мы не сможем поснимать там где-то под ЗАГСом, или вот при всем при этом у людей еще нет регистрации, например, выездной, да, есть только ЗАГС. ЗАГС это как бы всегда такая хуйня, я ЗАГС стараюсь там сокращать максимум, я там не ставлю гимн, там не ставлю там какие-то сопли, там родители, ну да, там тезисно так показываем, что там родители поцеловали их, там все, все, и выход, и дальше продолжается клип. То есть получается как, мы показываем сборы какие-то там, да, показываем дальнейшее по сборам, то есть там идет какое-то логическое такое вот отступление, мы показываем, как они едут, например, в ЗАГС. Или, ну вот здесь вот есть такой переход, вот сейчас он как бы встречает, это вот встреча жениха с невестой. И вот сейчас... Все. И дальше у нас тут уже пошел ЗАГС, как бы. И вот сейчас я эту тему буду разводить всю, и получается, я их сейчас заведу. До конца трека тут какие-то секунды остаются. Естественно, это сейчас все буду подрезать уже. Вот. И будет это все подводиться непосредственно к регистрации. Выход запускают голубей, например, да. Потому что у нас получается так, что именно вот на этой свадьбе не было никакого подобия там прогулки, какой-то там встречи где-то на улице в каком-то красивом кусту. Этого ничего не было. Сейчас буквально там пару моментов будет роспись, выход из ЗАГСа, и все. Это вот конец свадебного фильма. Вот он у нас здесь 2 минуты 15 секунд. Я же тебе говорю, потому что надо смотреть по ситуации. В данном случае банкетный зал был без освещения. То есть банкетный зал был абсолютно холодный, простой, ну, обычная, вот просто обычная регистрация, то есть обычная гулянка. Там ничего не было такого памятного, чтобы, например, могло войти в свадебный клип, который они будут смотреть все время. Ну, по крайней мере, на мой взгляд. Может быть, там в дальнейшем невеста там что-то и выберет, или жених, и покажет там это потом. Ну, вставь вот эти вот файлы. Да, мы там что-то переберем, сделаем. Ну, пока вот это вот как-то вот так. Все, и вот этот кусок отдается отдельно, то есть это вот общий фильм, да. И отдельно, естественно, отдается ресторан. Принцип в ресторане очень простой. Встреча. Вход. Есть еще такой момент, короче, если, допустим, молодые репетируют первый танец, ну, предположим, да, бывает такой момент. Но обычно у нас вот Краснодарский ЗАГС, вот тут, где они стоят, вот, например, вот этот вот момент, да, вот. Вот, здесь у меня просто нет здесь общаков таких приличных. Сейчас посмотрю, может, кстати, и есть. Вот, ну то есть вот банкет, да, вот банкет абсолютно вот обычная вот статика, обычная кубанская статика, тут ничего вот прям вот такого в нем ничего нет, поэтому я не могу здесь какие-то обозначить для себя вещи для того, чтобы вставить их в какой-то там видовой клип, учитывая то, что там этот клип в том числе будет рассматриваться мною как портфолио какое-то там. Здрасте, здрасте. Это что, Океан Эльзы? Ну это ремикс какой-то. А я не знал, что это Океан Эльзы. Мне нравится Океан Эльзы, прикольный. Заказал 6300 сайт Мелзару, 45 000 рублей. Собирал 1,5 года, оказалось, кидалово в Питере, бабки ушли козлам на карту Тинькофф, остался вообще без фотика. Менты сказали, висяк, раскрываемость нулевая. Блять, Сереж, ну пиздец, я тебя сожалею, конечно.
Это да. В смысле с лайв звуком? Ну, банкеты пишутся все с пультов. Банкеты все на пульте. А, ну там есть интершум. Там как бы понятие, да, интершума. А, и вот что касается ЗАГСа, вот у меня есть вот такой вот вход. Например, да, вот. Там какие-то моменты. Вот эти пойдут в слоумо, я тут 100 кадров все это. Ну вот единственное, что вот эта вот регистраторша всегда, блядь, там стоит. Это пиздец. Вот тысячи раз их просил, вот. Может быть, куда-то отойдете, может что-то, блядь. Но вот, короче, если заморочиться, если сегодня посидеть, в принципе, вот она начинается примерно. Можно сделать, чтобы не дрочиться, вот где-то вот. Вот примерно вот так, отсюда вот сделать. Можно попробовать, сейчас будет заморочиться ее, мы возьмем референс вот отсюда. И в After Effects ее притречим вот сюда. То есть, опять-таки, это к вопросу о... Это к вопросу о возможности, возможностях вот того или иного монтажного стола, чуваки. Вот, опять-таки, если в премьере это сделать вот так все, то Final Cut, скорее всего, Final Cut можно сделать маску слой на слой, подтречить, там есть отдельный плагин, это можно сделать, да. Но то, только там это все реализовано вот через там три пизды копыта, вот так, блядь. Там надо то сделать. А здесь как бы тут в этом плане все просто гораздо. Все гораздо, блядь, ну вот, вот эта тетка, блин, конечно. Как бы, блядь, ну, блядь, 50, вот я подъебался, я тут обычно сотку снимаю, ну ладно. Замедляем на 50%. Что я замедлил, блядь? Олень безмозглый. А как, а почему, почему это океан Эльзы? Клеятся кадры. Тут уебанская клавиатура, здесь, короче, Ctrl, в премьере инструмент обрезки дороги Ctrl K, тут как в Кате все, только там, по-моему, Command V или Command B, Command J, по-моему, я не помню, здесь Ctrl K, и здесь получается у меня клавиатура дебильная, у нее Ctrl сильно отнесен сюда, это мне Степа свою клаву отдал. И мне немного неудобно, у меня маленькие жирные ручки, потливые. Мне немного неудобно работать. Немного неудобно работать с подрезкой. Поэтому. Нет, хуйня. Хуйня.
Можно резать через С, конечно же, можно резать через С, но как бы это не сильно фэншуйно. Отсюда. Да? Ночные посиделки, попизделки. Да. Океан Эльзы, обними. Но это оригинал, да, седанский? Это оригинал? Или вот это сейчас? Просто это играет какой-то корейский. Это мы качали, это какой-то корейский диджей. Это он, походу, взял за основу этот трек. Или это оригинал Океан Эльзы? Реально? Подожди, мне аж интересно стало. Да, он подписан, вон, какой-то Кореей. Там. Да, дай ссылку на YouTube, если есть этот трек на YouTube, дай, пожалуйста, ссылку. Просто в чате можно вешать ссылки на YouTube. На YouTube. Таран, как твоя спина, нога. Блять, нога не имеет. Спина, кстати, сейчас нормально, потому что... Я целый месяц был в разъездах. Я, кстати, из-за разъездов, перелетов постоянно. То есть я провел кучу мероприятий. И получается, что постоянно какой-то движ, переживания. Я очень боюсь летать, блядь. У меня вот это каждый полет, у меня стресс. Я потом по двое суток нихуя не ем. Я сбросил почти 8 килограмм весу. Вот, блядь, у меня... Я приехал с последнего мероприятия, блядь, у меня майки большие, наверное. Вот эту футболку я нашел, и эту футболку я покупал несколько лет назад, когда у нас открылся этот Декатлон только. Вот, и она сейчас на меня как бы как раз, а была маленькая. Ну, нога немеет. Если долго сижу вот именно в этом стуле, нога начинает неметь. Блядь. Вот походил нормально, походил, подвигался, пошел на тренировки, позанимался, там это. Ой. Походил, подвигался такой, чик-чик, все хорошо, даже не напоминает о себе. Вот как только опять сажусь, сижу, вот я в Ростов на той неделе ездил на ласточке, я вот 3,5 часа сидел на жопе, блять, у меня пиздец, я вот вообще, у меня вот эта ляжка, она затекла настолько, что я встал, я полпути стоял. Ну, блядь, ну реально дискомфорт, блядь. Короче, где-то защемило, мне показали там качки у нас в зале, блядь, упражнения специальные, да, с упражнениями хорошо, там я в день делаю по несколько минут, там как бы нормас в этом плане, нормосясично. Вот, ну короче, едем дальше. Блять, тут второй камеры не было, походу. Или была. Но мы ее удачно провафлили. Мы молодцы. А, нет, вот она. Ебой, я нашел. Таран, привет, свадьбы на стабе снимаешь, да? Ну, не все. Стаб у меня в работе минут, ну, процентов 5-15. Вот так. От 5 до 15%. Все остальное handheld. Я обожаю с рук снимать. Не знаю, мне кажется, это пиздато.
Это оригинал. Да, здесь ремиксы, кстати, скорее всего, за Океан Эльзы. За Океан Эльзы, скорее всего, забанят. Да, да, да. Блядь, какой он охуенный вообще, блин, красавчик. Вот, ну ладно, не суть, короче. Вот. Да, это, но здесь ремикс. Здесь это, я же говорю, это какой-то корейский диджей. О, блядь, да тут наснято просто пиздец. А чё мы... А чё мы это всё, блядь, не вставили в клип, блядь? Вот хорошие кадры. Да? А чё, блядь, этого нихуя нет ничего? Да, есть вторая камера отсюда же. Блядь, ну тут этот гребаный 70-200, там в него пока фокус попадешь. У меня просто 70-200 ручной. Какой лучше, вот этот план или предыдущий? Или вот это. Наверное, этот, короче, возьму сейчас. Чуть-чуть его заебеню. Блядь, а чем тут крупности эти сводить? Охереть! Вы смотрите, если пустить выступление регистратора в ЗАГСе задом наперед, то можно услышать, как сатана обращается к тебе. Смотрите. Есть такое.
И чё, вот, а что? Что со звуком, блядь, непонятно. Что? 50. Ни хера себе, это чудо. О, чудо. А, стопэ. Фу, блядь. Так, вот это говно и... Блядь, что за херня? А, я, блядь, оригинал сделал. Правильно? Оригинал сделал медленнее. Вот. Что за упражнение? А, упражнение, вот эти скручивания на полу, короче, колени поднимаешь, руки в одну сторону, жопа в другую, ноги в третью. Такое. Нет, не на маке. Я сейчас на рабочем компе. Я просто мелкий его оккупировал. Здесь вот с этой свадьбы есть где-то звук регистратора. Мы писали на рекорд. Ой, блядь, я сюда несколько свадеб скину. Твою мать. Ладно. Да, блядь. Бесит, блин. Так. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады вас приветствовать во дворце бракосочетания Екатерининский зал на торжественную церемонию государственной регистрации заключения брака приглашаются Елисей Андреевич и Светлана Александровна. Мишгер Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады вас приветствовать во дворце бракосочетания Екатерининский зал. На торжественную церемонию государственной регистрации заключения брака приглашаются Елисей Андреевич и Светлана Александровна. Блять, ЗАГСовский этот пульт, он всегда перегружен. Пиздец. Всегда перегруз по музыке. Я там просто не знаю, что там делать. Блять, это полный, блин, пиздец.
это что-то вообще. Вступить в брак. Уважаемый Елисей Андреевич и Светлана Александровна, в вашей жизни наступает торжественный и ответственный момент. Перед государственной регистрацией заключения брака, как представитель государства, прошу ответить вас. Является ли желание вступить в брак искренним и взаимным? Прошу ответить вас, Елисей Андреевич. Прошу ответить вас, Светлана Александровна. Ваше взаимное согласие дает мне право зарегистрировать ваш брак. Приглашаю вас поставить подписи к записи акта о заключении брака. Я вас поставить подписи в записи акта о заключении брака. Вот, эту хрень мы тоже будем использовать. Что там дальше? Кодексом Российской Федерации. Сегодня. Сегодня. Не вчера, не завтра. Сегодня. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации сегодня, 7 сентября 2018 года, во дворце бракосочетания Екатерининский зал, ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Это фильм ужасов, да, это любая свадьба, это фильм ужасов. Любая, запомни, сынок. По возможности избегай этого. Так, ну я не знаю, это может эмбиентом. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады вас приветствовать. Хуйня. Уважаемый Елисей Андреевич и Светлана Александровна, в вашей жизни наступает торжественный и ответственный момент. Перед государственной регистрацией заключения брака, как представитель государства, прошу ответить вас. Является ли желание вступить в брак искренним и взаимным? Нет. Нет, это знаете, можно сделать, допустим, вот так. Там 60. И реверс. Короче, вот так. Прошу ответить вас, Светлана Александровна. Ваше взаимное согласие. Елисей Андреевич и Светлана Александровна, в вашей жизни нас сами движешь. В вашей жизни наступает торжественный и ответственный момент. Перед государственной регистрацией заключения брака, как представитель государства, прошу ответить вас. Является ли желание вступить в брак искренним и взаимным? Жутко, да, на ночь такую хуйню? Это вот какие-нибудь на форуме каких-нибудь сатанистов поставить это, и пусть гадают, что это такое. А и всего лишь, блядь, можно вон сатану вызвать, пустив, блядь, задом наперёд речь регистратора из ЗАГСа, блядь. Короче, блядь, будет вообще бомбезно. Кто перед регистрацией, а им фразы пишут они сами. Они же думают, что они представители государства. Это же комплекс вахтерши. Синдром вахтерши это называется.
Вот. Ну давайте продолжим. Давайте продолжим. Ну давайте же продолжим. Давайте, друзья. Сильно вульгарно, да? Сильно вульгарно. Может быть, а может быть ее чуть-чуть замедлить? Сделать там, допустим, 70%. Вот так. Смотрите. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации сегодня... Охуенно, да? Как будто трансвестит какой-то. А можно, кстати, вы знали, что можно поставить аудиопитч? Есть такая фишка. И он сохранит, короче, как это называется? Тембральность, да? Скорость, короче, самого голоса, но при этом он растянет. Короче, он там герцовку растягивает. Поняли, да, фишка? Ебой. Сегодня. Мне нравится вот этот голос. Только можно, например, сделать не 70, а 65. Вот так. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации сегодня 7 сентября 2018 года во дворце бракосочетания Екатерининский зал ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Вот так вот. Understand? Вот это мне нравится, да, такой переходик? Как будто слайд-шоу. Знаете, как это делать? Это надо изначально снимать вот так. Там я обычно камерой потряхиваю медленно вот так. Там просто когда назад делаешь вот этот бэк, такой, я его называю бэкфлип такой. Вот. То получается очень охуенно. Сейчас, чуваки, я пойду себе чаю сделаю, сорян.
Короче, ладно. Текст оставим в покое. Семейным кодексом российской. Блять, ну она как робот. Ну, если сделать 90. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации. Сегодня, 7 сентября 2000. Бля, всю эту хуйню убрать. Даже. Тыц. Короче, делаем тыц. И под второй тыц. Да. Тыц-пыц-пыц. Не, блять, чуть перепутал, сорян. Так, 135. Сделаем. Ебой. Ебей. 70. Ну расскажите что-нибудь, блядь, задавайте вопросы. Ну что вы все как эти? Что вы все как...
Так, у меня, если пошли гличи, то пусть они нахуй тогда и идут. Нитью, блядь. Нитью ариантную. Да? Там же с самого начала у меня были гличи. Да? Или не, не были. Блядь, где-то были. Были их тут дохуя, вот они. Он у меня с самого начала так начинается. Да, VHS. Ебой. Пынс-пынс, надо что-то вставить, пынс-пынс, на пынс-пынс, да? Ну, такое себе. Как ты на прошлом клипе сделал сверху и снизу зеркально обратно. А, блядь, кстати. О, а чё я тут ничего такого не сделал? И тут чё это я? Чё-то я... Надо чё-нибудь тут сделать такое. Угу.
вообще видно. А чё я, блин, в натуре? Что-то я об этом не подумал нихера. Это чё за кадры? Справа. И за руку. Там, блядь, стоит чудище в дверях. Шикардос. То, все, все. Ой, сон, рахис. Шикардос, все. Шикардос. Вот еблан. А, еще ж кольца. Блэд. Сорян. А, как дела? Как гастрольный тур еще не прошел. Я весь декабрь буду ездить. Обманывать людей, как обычно. Эй, да что такое? Блин, вот это вот бы прикольно соединить вот с этим. Вот так. Вот отсюда. Да? Андрей. Блядь, чувак, жених на Маркуса похож, этого, Маркус Броуди, или как его,
Это таран, где твои хайповые стримы? Да нет, у меня никогда не было. Сейчас покажу, как зеркало делается. Я на улицу выйдем и... Вот отсюда, да? Так, нам нужен переход. Нам нужен какой-нибудь зов. Может, кроссом попробовать. Вот Ебо. Ае, вы это видели, да? Надо сделать чётенько, блять. Ух, прям вот папины сладкие булочки. Вот, и вот теперь вот эту часть. Вот эту часть можно только осторожно. Вот здесь типа начат, волчат. Начал, кончал, начал. Я тут кончал. Так. Теперь кулечки. Сюда я снимал. What the fuck is this? Сняла Анна Борисовна. Блядь, никогда так не снимайте, это хуйня. Никогда так не делайте. Так.
Здесь вот три ра. Во. Во эмоции. Ну чё, кончёл? Ебой! Дядя Таран, зацени в Дискорде фоточки кинул с нашей Тани съемки. А я видел! Ты ж вроде показывал. Я увидел вас. Шо вы тут? Блять, зашел тут, все отключились. Окей. Ну я посмотрел в этой вуале. У меня Дискорд открыт здесь. Да, и зеркало сейчас. Сейчас, блядь, я помню про зеркало, чуваки. Так, блядь, нужна перебивка, блядь, что-то... Вроде как похоже на джамкат, но, блядь, такое себе. У меня остается тут примерно 15 секунд. И, блин, надо найти файл с 70-200. Блять, сварщик там, ёба мать, блядь. Так, где он? Вот тут. Вот так, да? Крупность поменяли чуть-чуть. И вот здесь она получится как раз до удара она пойдет. Вот так. Можно сделать... Алло, бля. Алло. Бля, у меня, короче, где-то Дискорд. Ладно. Ладно, хуй с ним. Вот здесь, короче, тыц. Тыц. Первый тыц. Здесь тупо бахнуть там 135. Чуть-чуть. Чуть-чуть поярче. Перебивочкой.
Поместилось уж. Анна Борисовна тут не это. О, это я пошел, смотрите. Ебать, как я люблю заходить в кадр, блин. Класс. Блять, хорошие кадры, и я там прошел мимо. Я молодец. Да вот первого бумс. Блять, там кто-то спрашивал по поводу QW в премьере. В кате это альт скобка, не скобка квадратная, вот не альт этот, блядь, ёбаный, скажи. Команд альт, ну, короче, альт скобка вправо, скобка влево, квадратная скобка вправо, квадратная скобка влево. Но я у себя поставил также на QW, там по умолчанию QWE, это расположение, короче, вставлять, если ты вставляешь файлы, ну, не тянешь их, а просто вставляешь там. Они у меня, я их чуть сместил сюда, в сторону. Ну, я этой хуйней редко пользуюсь, я в основном все мышкой таскаю. Вот, поэтому там переназначил немножко. Ну, в принципе, можно привыкнуть там, команд скобка или alt скобка там, блять. Дикие команды, совершенно. Тут уже вставить вот это вот, то есть у нас получается вот, да, ебой.
Кто видит ошибку в монтаже таран? Сейчас один и тот же план два раза повторяется, и то через что, блядь? Есть же понятие кат, джамкаты, блядь. Ты о чем вообще? Чего, блядь, а мы чё голубей не пилили там? Таран, какой у тебя монитор? Охуенный. Охуенный монитор. Вы про кого? Про какую инсту? Вы про чью инсту сейчас? Вы об чем вообще? Бери лилипут, блядь. Да, он, наверное, имеет в виду монитор для работы, блядь. Не, возьми лилипут для работы 5-дюймовый и сиди на нем, монтажируй, блядь. Это пиздец жестко будет, блядь. С малой HD, да нет, это, блядь, это для перфекционистов вроде Стаса, потому что покупать на камерный монитор, блядь, за 85 косарей, это, блядь, надо быть редкостным долбоебом. Ну, наверное, если ты сказочно богатый, тогда ты сказочно богатый редкостный долбоеб. Блять, а Томас есть. Ну, если мы с вами говорим о фотоаппаратах, да? В профессиональной среде там другие немножко мнения. Ну, поскольку мы здесь все вот в такой вот среде, в нашей говнястой какашечной среде, то как бы да. Говорят, на двух монтировать то, что надо. У меня три, чувак. У меня три. Раз, два, три. Ничтяк.
За что вы голубей пилите, ироды? Давать дочь в стримы по прокачке инсты. Не хочет она. Я ее тянул, она не хочет. Она считает, что это секрет, наверное, какой-то, блядь. 1 000 000 подписчиков, да, это, блин. Что касается мониторов для работы, не знаю, чуваки, надо разбираться. То, что у меня сейчас, оно уже... Дело в том, что я свои рабочие мониторы покупал еще на, так скажем, заре, наверное, своего, блядь, вот этого говнотворчества, пиздоглазания. И поэтому я как бы, как вам сказать, все, голубей не пили. Вот, собственно говоря, вот что мы говорили о структуре классической кубанской свадьбы, да, ну вот и вся структура. То есть у нас получается, у нас сразу как бы дом переходит, блин, в, блядь, регистрацию, и регистрация потом сразу переходит в блядский ресторан. Что-нибудь можно отсюда. Ну, здесь это. Здесь сварщик работал. Это вульгарные позы. Очень вульгарные. Какие-то бабы. Блядь, скажите, он на Маркуса похож, этого блогера американского, этого черного. Бля, вообще копия, блин. Такой же худой. Блядь, а там в зеркале девочка. Ебаманья. И тут, блядь, чья-то лысина, блядь. Вот можно где-нибудь в начале впердолить вот это. Дж. Но, наверное, нет. Вот там после пиджачка. Вот можно вот это. А, это отражение, короче, в телевизоре. Это через отражение, через отражение в телевизоре. Блядь, охуенные кадры. Сюда, если подкинуть хайлайтов. Если подкинуть хайлайтов чуть-чуть. Чуть белых. Да. Вот так. Ебой. Вот.
вот кадры забавные. Ну тут я фокус проебал. Да. Я молодец какой. Я пиздец какой охуенный. Худющий. Я когда-то вот такой был. Я когда женился, я был вот такой. В это трудно поверить, блядь, но я отвечаю. Это медицинский факт, пацаны. Мне ставили диагноз дистрофии и шизофрении. Эти тачки, блядь, нахуй я их снимаю. Блядь, вот хороший свет такой, и он смотрит, блин, на сварщика. Твою мать, как сделать, чтобы он не смотрел на сварщика? А? Ладно. Ладно, хы с ним. Давайте сейчас тогда вот это вот все ебем где-нибудь вот здесь. Сейчас посмотрим, короче, еще раз. Кат только начинаю осваивать, и как тебе, пока хрень. Не, там потом ты нормально втянешься, потом нормально. Он очень быстрая программа. Там даже не то, что пару свадеб сделать, там просто понять логистику управления. Вот это самое главное. Там не зависит. Там как бы, ну, блядь, ну как тебе объяснить? У нас... Мне, например, софт, я очень быстро хватаю. У меня при всем, у меня очень плохая память. У меня... Блять, у меня очень плохая память. И пытаюсь вспомнить, что у меня там. У меня дислексия страшная, пиздец. Я не могу запоминать текст, блять, вообще. Я в школе от этого страдал. И поэтому у меня в школе всегда приходилось интерпретировать как-то свои мысли, блять, с чем-то. То есть то, что я слышал. Вот. Я очень хорошо усваивал то, что кто-то говорит. Но при этом, вот, читаемый текст, вообще я пиздец. Я не могу, вот, просто... Я его не могу не запоминать, ничего с ним делать. Как бы. Вот эта рубашка, надо эту рубашку, блин, я не знаю, нахуй она нужна. Тут же больше ее нигде не будет. Да? Здесь вот есть. А, он же там ее одевает. Это блядская рубашка целой нитью там идет.
Так, с этим надо что-то делать. Вульгарно лежит. Даже. Таран, сколько надо задонатить, чтобы ты прямо сейчас удалил исходники? Блядь, да не. Видел работы филиппинских свадебщиков? Кого, блядь? Филиппинских свадебщиков, транссексуалов, блядь. Не видел. Какая лучшая, привет, лучшая камера для видеоблогинга, чтобы могла и фото, и видео, и чтобы можно было в качестве вебки подключать для стримов? Sony A7III. Ебой. 150 рублей камера и более-менее приличный объектив к ней рублей 70. Рассчитывай где-то на 210-220 рубасов и все. Можешь взять Panas, но там, блядь, не автофокус, а она темная, ей нужен свет. Ей нужен свет. Нужен свет. Нужен свет. Свет. Hit the light. Hit the light. Hit the light. Give it to me. Видел последний видос Дитковского? Да, это взрослая пара, там клип. Ну да, прикольно. Ну, Тёма молодец, блин. Я с Canon 660D стрим делаю, снимаю и фоткаю. Ну, молодец. Что скажешь про экшен камеры DJI Osmo Pocket? Нихуя не скажу, пока в руках не подержу. А что я ей сказать? Я ж не теоретик, блядь, из Крыма. То есть я же не философ. Я не знаю. Вообще, вот как бы для себя, для блога, вот для себя там, то есть... Эта камера хороший повод начать что-то снимать себе, вот какие-то блоги такие, вот, ходящие, ходябельные.
Хотя, учитывая, сколько она стоит, проще, наверное, на телефон купить какой-то стабик и ходить нормально работать. С телефоном будет проще, и картинка на телефоне, мне кажется, будет лучше чуть-чуть. Потому что тупо матрица больше. Что можешь сказать об RX100 Mark 6? Ебой! Блять, кстати, где она? Она, блять, охуенная. Вот можешь считать ее
маленькой 7S первого поколения. Вот как охеренно эта камера. Но энергозависимость. Но, кстати, в шестерке они уже поработали над этой херней. Она и 4К пишет дольше, и греется меньше. Ну, попизже она пятой. Она попизже, наверное, всех поколений, которые вот... Она немножко получше. Ну как немножко? Ну так, сильно получше. Ручка штатив с кнопкой записи у меня нет. Я, к сожалению, не могу ее купить. Я не знаю, где она, блядь, продается. Хуй его знает. Хотя штука крайне удобная. Вот если для бложиков, блин, просто охрененная тема. У нее же там еще есть управление этим зумом. Там, ну, прикольно. Ну, смотри, чувак, в Рыксах, чтобы ты примерно понимал, да, если ты не знаешь, у них вот такие батарейки. Такая же батарейка стоит в экшн-камере, там, X300, X3000. То есть, для экшн-камеры она работает, ну, минут, наверное, 40. Тут она работает меньше, именно в режиме записи. То есть, соответственно, моя рекомендация, как камера, безусловно, охрененная. Если бы у меня была возможность, там, или нужда, там, взять себе такую для бложика, блядь, идеальный вариант. Но затариваться надо батареями. Затариваться батареями, причем довольно-таки серьезно, короче, как бы. Вот. Профили снимают. Да, на улице слог, в помещениях. Ну, сейчас уже ПП-10. Это 2020 и 2020 цветовое поле и профиль, по-моему, там гибрид лог 3. Есть там такой? 3 или 20? Какой-то цифры там гибрид лог. Гибрид лог гамма. Охуенно, она по световому охвату, блядь, почти как S-Log, блин, вот, где-то там рядом. Луты на нее, в принципе, ложатся, но ложатся через креатив, вот, не через input LUT, вот, не вот отсюда, а через креатив, вот, через вот эту вот вкладку, короче.
Так, у нас же там везде, везде гличи, да, в начале. Как гличик сделать большой какой-нибудь такой ненавязчивый. Вот этот вот. Да. Ой, как удобно. Здравствуйте. Здравствуйте, я Коте. Так, по клавиатуре не ходи, по-братски. Здесь вот ложись. По клавиатуре не ходи, хорошо? Нихера с тебя шерсть лезет, блин. Поменяли ж корм, вы чё? Ёбан.
Таран, какие фиксы используешь? 24, 1,4. Показывал же сегодня. Вот, блин, хочется, блин, какую-нибудь хрень. Вот, какую-нибудь хрень, даже не знаю, блин. Баш спит. Невеста слева, потом справа, сразу справа. Да, я знаю, но, блядь, я все вел вот к этому кадру, все подводил. Вот сюда вот. То есть, ебись оно все конем. Вот это кадр. Ебой. Мне похуй, что она здесь. Здесь она слева, здесь она кольца одевает, а там она слушает регистратор. Так что насрать вообще. Вашпи насрать, вашпи вас. Можно попробовать, тоже вот головоломка, да? Например, одеть вот здесь. Это вот мы, это поставим здесь, это нахуй отрежем, из этого найдем. Где-то вот так. Ебой. Чемка. По идее, должно сойтись. Теоретически. Мне тот вариант тоже нравился. Так что отъебитесь. Отъебитесь. Waterproof Carbon Draw.
Блядь, уже час. Ну что, уже все спать пошли? Да я и не вожусь-то, это такое себе. Анны Борисовны. Шамиль, иди сюда. Иди ко мне. Шамися, иди ко мне. Иди, псина, не бойся. А я не знаю, сколько стоит такой монтаж, понятия не имею. Я свое монтирую, то, что мы снимаем. Я хуй его знаю, сколько. Я вообще без понятия, вообще не знаю. Нисколько такой монтаж, это же хуйня на постном масле. Это все срань. Это даже монтажом назвать нельзя, так хуета какая-то. Какая-то дичь. Я втираю вам какую-то дичь. Короче, 2 минуты 15 секунд.
100-300 долларов, зависит от свадьбы, что ты должен сделать. Син 2 с гамут 3 или син 2 с гамут 3 син. С гамут 3 син, это уже покрашенный с гамут. То есть, ну как бы он с диапазоном, там у него все заебись, но он уже будет покрашенный. Скорее всего, он будет такой зеленоватого оттенка. Син, я вообще не пойму, нахуй вам син? Почему вы все син? Вот, блядь, стил прикольный профиль. А, гибрид лок гамма прикольный профиль. Они все красятся нормально. То есть, гибрид лок гамма по динамическому диапазону сильнее, чем вот этот кинотеатральный профиль. Это C, что-то там ND, 220, блядь. Там есть такие профиля. Вот в профессиональных камерах эти профиля есть. Вот. А за такой отдельный клип, который Таран монтирует, платят от 50 долларов. Спасибо, блядь. Нахуй. Мы за такие деньги не работаем. Я тебе сам дам 50 долларов, чтобы ты не писал всякую хуйню в чат. Пожалуйста, по-братски. Где у вас там что платят, непонятно. У нас тут за 50 долларов никто ничего не делает. Мы все слишком богатые. Слишком богатые. Все чересчур успешны. Все вот прям вот прям... Где эта хуйня? У нас все слишком дорого, богато и успешно. Понятно? Что там, кто кому, блядь. Заодно эту срамоту прикрою. Ой! Стил и покрас, блять, но Виталик, это на мой взгляд, вот понимаешь, это мои настройки. Я тебе сейчас нарекомендую, ты пойдешь, блять, включишь, оно тебе не понравится, там не сможешь цвета выйти. Хотя, в принципе, с гаму 3 цвета всегда можно вытянуть. Ну а вдруг у тебя не получится цвета вытянуть, и ты скажешь, вот Таран, пидорас, блять, насоветовал мне, блять, хуй ты какой-то, блин. Сам нихера не знает, блять, насоветует людям, лезет, вот тварь, блять. Сука, падла, хуй говно. Нахуй ты это делаешь, тварь. Подонок, блядь. Сидит тут, советует всем. Ручка штатян, все есть. Понимаешь, поэтому такое себе, блядь. Что-то кому-то советовать, это пиздец. Лучше ничего никому никогда и... Не советовать, блядь, это я вам серьезно говорю. Потому что мы пилоты. Небо. А у вас есть такая тема, которая чистит сообщение? А у меня есть. Блять, 1000 сообщений нахуярили, блин. Ну что это за чат, блин? Что это за новости, блять? Стопы, алло. Что за хуйня? Чандра с ЖПЛ. Почему?
Этого не может быть. Этого просто не может быть. Может. Вот видите, прикол в расположениях, короче, файлов, участвующих в проекте на разных дисках, как бы. То есть рекомендуется, как бы, переносить вообще все, что участвует в проекте, чтобы все лежало на одном диске с как можно более коротким путем к диску. То есть это все влияет. Вот там он на секунду, он, сука, забыл, где файл лежит, и получается, что он показал вот эту вот плашку, типа файл недоступен. Тикс. Thank you.
кто-то физкульт-привет крикнул. Заебись. Все. Все нахуй. Жмем Ctrl-M. Не будет здесь никакого, блядь. Не будет здесь никакого ничего. Все максимально. Где видео-то, блядь? А вот. Прогрессив. Уе. И экспорт. Давай. Но дело в том, что, понимаете, S-Log, если, конечно, кому-то интересно, S-Log это световое, увеличение светового диапазона за счет точки белого, точки черного. А S-Gamut, то есть гаммот переводится как диапазон. Гаммот, по-моему, да, правильно произносится, гаммот. То есть Sony диапазон, там C-Gamut будет у Canon, там, например, блядь, там, на профессиональных камерах, на каких. Чтобы вы примерно понимали, это расширение именно цветового динамического диапазона по цвету. Считается, что у Sony самый жирный по цвету именно в плане дальнейшего редактирования, это S-Gamut 3. Вот. Это жирнее даже, чем 2020, чем REC 2020, хотя REC 2020 тоже очень сильный по диапазону, то есть, блядь, он пиздец, он сильнее, чем он сильнее, чем вот этот кинушный, я уже говорил сегодня 100 раз, блядь, я повторяюсь, сижу, блин, я уже это, пошло покадровое вещание, да ладно, с хуя, 5 кадров в секунду, отлично. Битрейт на экспорт. Я всегда Full HD вывожу в 32. Снимается оно все 50 и 100. Снимаем всегда. Ну, короче, сейчас по кадровой, потому что рендер идет. Поэтому по кадровой. Да, рендер отхавывает. А еще говорят, что забивается не весь процессор, не вся видюха, да все забивается, пиздец, под ноль. Вообще, сейчас, если открыть монитор ресурсов, есть такая хрень, да? Вот тут, по-моему. Вот. Да, проц на 100% работает. Ну вот Синегай, да? Хоп. Хоп, хей, ла-ла-ле, и все. И он с такой же скоростью он и 4К рентгенит, как бы. Чик, и все, и скорость падает у проца. Все, ну что, посмотрим. Посмотрим, какого я там говна наснимал. А, еще... Еще там. Четко. Шамиль.
Зацените динамический диапазон. Это маленькая вот эта вот камерка. Вот это вот. Диапазон просто пиздец. Это пиздец. Вот эта маленькая бздюшка умеет вот такой динамический диапазон. Это просто охуенно. Ебой. Так, сейчас я, наверное, им отрежу какую-нибудь какаху. Ебой. А я не знаю, блять, наверное, не будет. Больше минуты, наверное, будет. Сука. Да ладно, хуй. Под инсту можно чуть меньше, там 28, например. Нет, 22. Вот так. У меня 4790, старый процессор, я в начале этого стрима говорил, старый, очень старый проц, ему, блядь, 7 лет, и он ебашит, пиздец. 1070 у меня карточка, и блядь, или 1080. 1070. Семерка 4790 3.6, но он до 4.2 сам по себе там ускоряется, короче, как-то там. Вот. Видюха. А где узнать, что насколько там видюх? А, вот. 23%, да. То есть, ну, это вот ровно столько, сколько забиваю. А, да, 1070 карточка. Это ровно столько, сколько вот, надо ему. То есть он, зачем ему больше, если больше и не надо. Вообще интересная тема, там по видеокарте Блэд там такое себе. Так, что загрузилось? Сколько оно там по времени вышло? Блять, минута 37, сук. Ну ладно, хуй. Минута 37.
Заебись, подрежут в инсте. Нормально. Ебой. Ебой. Так, все. Одной свадьбой меньше. Анна Борисовна сделала банкет, свадебный день. Накидала мне клип. Я его просто оформил. Сделал там гличи каких-то. При помощи чего фильм может передать присутствие другой личности? Как продемонстрировать влияние и контроль над персонажем? Ведь существует столько выразительных методов для передачи субъективных ощущений. Чаще всего авторы хотят, чтобы мы были ближе к героям, ощущали их эмоции и проникались событиями, почувствовали себя там, внутри этой среды. В какой-то момент в массовой культуре это визуальное разнообразие загнало себя в парень из сиквела «Матрицы». На протяжении многих лет Уанелл находился под покровом жанра хоррора и черпал вдохновение из пережитых ощущений. Тот же сценарий к «Пиле» был написан во времена лечения от жутких мигреней. И в контексте вышеперечисленного он так экспериментальным уровнем. Это то, чего развлекательное кино в принципе старается не делать. Ну, блядь, там, короче, чувак спрашивает, как это именно если... Вы про кусочки из апгрейда, вот эти видосы, это тракинг. То есть там изначально немножко ворочает камеру в такт персонажа, либо снимается 8К, потом под 6К кропится за счет трекинга, либо изначально снимается, как бы пытаются камерой, блядь, догнать. Либо на нем ригель висит какой-то, который повторяет там его движение. Ну, хуй, скорее всего, трекинг, блядь. Пиздец, я забанят этот стрим за этой херни. Маленький пидор. Так, ладно. Все это прикольно. Слов, сука, не обойтись. Зачетно. Надо сохранить. Блять. И тогда было.
Before we are able to use the ZY player, try 1, 2, 3 connect device and choose the Weeble. Real cool feature, but it doesn't replace a real monitor. The latency is just not good enough to see everything in real time, but it really works pretty good and much better than I expected. Так, все, пока.